Снова всем привет, ребят. Опять очередные посылочки из Китая, что, в принципе, сомневаюсь, что будет кому-то интересно, но за компанию я говорил и говорить буду, что вообще все пишите обязательно видео. Так, еще пишется. Украина есть и вскрываемые сразу. Вдруг окажется кому-то интересным. Все-таки это должен быть, по идее, чехол к телефону, что здесь пишется. 4X Note. Самое смешное, что я уже оплатил и получил одно стекло. Оказалось, там куча китайцы или пьяные были, или что. Но за компанию отослали, ну, куча для меня еще одно стекло. И в принципе, оказалось, для меня все бесплатно. Есть. Пока это первое. Есть. А, кстати, что, в принципе, думаю, вдруг окажется кому-то интересно. Ай, блин. Ладно. Останется это как-нибудь на потом. И еще одно стекло есть, если не ошибаюсь, это должно стекло быть типа склейка Q1. Я специально заказывал его, что для себя. Что у нас здесь есть? Что есть единичка, двойка, салфеточки и само стекло. Самое главное, чтобы оказалось и чистое, и целое. Ну, в принципе, стандартное стекло, и знаете, хотелось бы примахаться к чему-то, но стекло есть стекло, скажем так. Ничего здесь интересного особо вы не увидите. Оставляем это в сторону. И за компанию у нас есть еще в посылочке, что писать чехол для телефона Dugi X7 Pro. Да, что видите, что писать Dugi X7. Открываем, что меня специально покупали с телефона и попросили, чтобы я чехла им сделал. Я специально, ребята, заказал чехла. В принципе, вдруг окажется кому-то интересно, ссылочки внизу в описании, как обычно иду. Так, ребят, смотрите, в чехол из силикона сделан. Кстати, в чем плюс, что у нас есть, ну, типа, и с выступами, и в перспективе с телефон, чтобы бабахнется, то целенький останется. Здесь, в принципе, я вам скажу, что смотрится вообще, что для девочки, я так думаю, что будет вообще изумительный чехол, и тем более учитывая его стоимость, считаю, что все классно, ребят. Ну, что видите, оказалось, что сгибается и комфортно, и удобно. Пока все, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.